Спасибо. Хорошая прокраска, душу плавка тоже не была важна. Ты слышишь? Красиво, постановка ушей. Мне тоже нравится его размер уха и форма уха. Мне кажется, он еще, наверное, молодой. Уши до конца, видимо, еще не разошлись. Мне кажется, они чуть ниже потом стянут. Такой могучий, развитый подбородок. Приди сюда. Молодец. Где же из легенды о злобных кусочек тает? Тут они у нас все с хорошим характером, как нужно. Да. И завершаем конкурс среди котов 373 номер. Сказала, что тает одновредными, что ли? Не пугайся. Ну, не пугайся. Не надо падать, прыгать на стол, на пол не надо. Чего? Ой, какой страшный. Давай, не надо. Вот достали красивую шейку. Крепкую, сильную голову с широкими скулами. Красивыми щеками. Малыш, давай чуть подальше отправим. Давай. Сейчас добудем красивое тело. Стройное, сильное. Отличные пропорции, нормальный характер парня, общается, хотя и страшновато. Большие красивые уши, конечно, низкого постава, хорошо разведены, отличные синие глаза. Да молодец, молодец, да молодец, все, успокоил, все хорошо, все хорошо, все, все молодец. Красивый, сильный, сильный, элегантный, красивой головой. Большими, правильно поставленными ушами. Ничего не фотографируют, мы такие позы принимаем. Смотрите, какой молодец. Спасибо, молодец. Так, а сейчас у меня три кота, которые каждый из них мне нравится. Вообще шоу очень радостное у вас, товарищи дорогие. Очень радостное шоу, потому что нет слабых животных. Это здорово, это замечательно. Вот эти четыре, три парня, как я понимаю, да, 359, 62, 73, конкурируют между собой за звание лучшего кота. И каждый из них интересен. Смотрите. Так, это у нас... Шоколад. Смотрите, как интересно расползти голова. Дозрел готик. Очень хороший угол. Размер уха приятный, да? Хорошая линия клина. Короткого, широкого клина. С ровными чертами. Для шоколадного окраса вообще, конечно, здорово. Силтобик очень статный. С отличным телом. С приятной шерстью. Старый восточный тип очень хорошо выражен. Эффектные формы поставлены. 359-й малыш. Блюдер Тебби Пойнт. Что хорошо у этого кота? Четкий, ровный линий клина. Постановка уха и скулы очень гармоничная. Красивое, сильное, спортивное, атлетическое тело. И вообще будет красивое. И глаза хорошие. Глаза очень гармонично стоят. То есть они не слишком крупные, они не выделяются, не выпрыгивают. У него нет округлых подглазий. И у него хорошо развитая, умеренно массивная морда. Из этих трех красивых котов... Мы выбираем номер 362. Теперь я попрошу достать лучшую кошку лучшего кота, чтобы выбрать лучшее взрослое некастрированное животное. Кошка это номер 370 и кот номер 362. Просто на ручках посмотреть, чтобы их было легче. А потом выберем из всех лучших самого.
так малыш ужасно не будем, не будем. Вообще радует, что шоколад дозрел. Вот я того кота несколько раз судила. Он мне не всегда нравился. Сейчас, нет, я к тому, что он развивался очень неровно. Сейчас он хорошо очень дорос. Это такая красотка девчонка. Тайка. Типичнейшая тайка. Такая стильная, такая ровная. Не добавить, не отнять. Хотя ты берешь на макрасе, но все на месте. Глазки, ушки. Да, и шоколадик. Тоже хороший. Кот становится лучше котом взрослым. Кошка становится лучше взрослым животным. Так, итак, Best Adult, лучшая кошка, Best Newter, номер 371, Best Junior, номер 367, и Best Kitten, 376. Давайте, Юнюрчика возьмите. Так, сейчас посмотрим. Нет, у нас все нормально. Мы прошли в СТ, мы уйдем в СТ. Не в натворе. Ляля такая светливая, а ты перспективнейшая ляля. Знаете, какой у нее верх черепа интересный? Очень стильная ляля. Миловидная, красивая, с прекрасным размахом ушей и чистыми черепами. Да, ну что, Саша, попал на нашу. Хорошо, растет, отлично развивается. Да, это уже мой. А ничего наше, там вообще так. Алло, мне Котенок больше всех нравится. Как, у нее сейчас очень удобный момент развития. Она такая вся ровненькая. Она самая такая. Мальчуган-то юниорчик, он тоже хорош, но он сейчас в данный момент пока уши решил подождать раскладывать. Он чуть позже пошевелился. Да вон, все. Запарило. Да. Ну что, у вас очень достойный конкурс. Итак, ребенок классный. Ребенок классный, на самом деле. Башкак, на самом деле, классный. Ну, я вам с удовольствием представляю лучшего юниора. Посмотрите, похвалитесь, это результат. Не меньше удовольствия, я вам представляю роскошного кастрата. Роскошного. Чемпионы мира. Правда, слышишь, что он кастрация как-то необычно очень. Что один чемпион мира, что второй чемпион мира. Что-то. Нет, ну, она выбрала совершенно необычно часто. Ну, вот, это то, к чему идет Москва. Ну, ты говори, да, что идет. Котенок. На. Ну, котенка надо было. Обиделась. Тебя обиделись.